5 seconds remaining. Team and Dire Team Pick. Bane. Naga Siren. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Empire's turn to Zeus. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Ban. Team Empire's turn to ban. Dire Team Ban. Team Empire's turn to pick. Dire Team Pick. Pudge. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Empire's turn to pick. Ancient apparition. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. И возвращаемся к вам, дорогие друзья, досматривать последнюю карту, последнее противостояние СНГ в рамках квалификации на Супер Мейджор, который вот до сих пор продолжает являться неким подобием шоу, потому что смысловой нагрузки в плане распределения сил по квалификациям, слотов и прочего уже не имеет, и рада я здесь увидеть Пуджа уже, но для начала хочу представить своего неутомимого, своего... переобученного, своего старого, стареющего и порезанного интеллектом сокастера, Мейлшторм, здравствуй. Здравствуйте, я все еще здесь, стареющий. Да. Ну, это ты все сам сказал, я здесь только обобщила все то, что ты высказывал на протяжении всего дня о себе. Вот. Ну, ты хотя бы начала называть меня на «ты». Это уже, это придает мне, знаешь, как этот... Молодости немного, молодости. Да? Лет 5, наверное, может быть, 10. Ну, это все равно тебя не спасет, все равно. Возраст, даже отняв такие цифры, не красит тебя. Хотя мужчина с годами, знаешь, вот как арбуз, он только зреет. А вот женщина так не работает. И пики. Смотри, какие красивые пики сделаны уже имперцами. Сейнсквад тут тоже поступила
не менее зрелищно. Вот они решили брать челлендж все маги, видимо, а вот Team Empire наоборот тут... Не знаю, как их обобщить. Вот нормальный человек, наверное, не найдет ничего общего, а шизофреники, которые отличаются способностью искать непрямые связи, они, может, здесь что-то и увидят. Ой, худший пик антимага против... Антимейдж решил два раза представиться. У тебя тоже? Да. Ну, у человека почему? Просто ну, самооценка может зашкаливать. Может, он так, решил, что первый раз неправильно представился. Есть ли аркана на Пуджа? Самый важный вопрос. Да, да. Я, кстати, еще ни разу не видела вживую, как ни странно. Есть. Есть, да? Или нет? Я не знаю, нет, я не нет. шарю. Это не аркана. Я вижу только вот этого вот глиста, которая якобы рука. А зачем мы смотрим тогда эту игру, если здесь даже нету арканы? Я не понимаю. Spirit Breaker против антимага. Так вообще можно брать 2к18 Пуджа без арканы. Пуджа еще без скажите, арканы. Что антимаг без башеров. Хотя у него вроде как вижу, там что-то золотое такое мелькает. Повертеть нельзя, но вроде то. Тем более он два раза представился, я думаю, что типа в честь двух башеров, которые у него есть на каждой руке, по одному. И игра, ребята, стартует. Это, думаю, будет большое зрелище. Давай, прибодримся сейчас, зажжем. Да, тем более зрелище. Сейчас аж четверг вечер. Для нас это все равно ничего не меняет, для нас что выходные, что не выходные, все едино. Это мини-пятница. Ну и что, что не пятница? Скажи, вот пятница в твоей жизни что-нибудь бы изменила? Мини-пятница. Мини-пятница для работяг. Это четверг, это день, когда ты дорабатываешь с мыслью о том, что завтра последний день, и нужно сделать последний. И субботу ты также будешь кастить, да? А в субботу? Не, ну я же не обычный работяга, я же комментатор Рухаба по Доте. Это я звучит... записан в другую касту. Это звучит гордо или наоборот, как, знаешь, признаться в маргинализме? Я просто еще не разобралась, извини. Мне никто не объяснял. Но будем считать, что это самое главное, что это признание того, что мы согласны с тем, что у вас будет выходной, а мы как получится. Смотря с чем сравнивать. Это, знаешь, это как... Это как такой вот, представь себе королевского шута, да, королевский шут, он занимается какой-то фигней, но в целом он живет в достатке, он ест за королевским столом, ну пусть там не всегда как бы блюда, иногда ему там что-то кидают, но тем не менее. А есть вот такой вот нищий человек, который сводит концы с концами. И вот, и какой вариант лучше, тяжело сказать. Но при этом он как бы работает на честной работе. Ну, не нищий, а такой, ну, как бы бедный. Он работает на честной работе, крестьянин. У него там есть какая-то своя плантация чего-то. Ну, и он сейчас бы у нищего достойный. Плантация была. Это ты хорошо придумал. Нищий американец, небось, у которого там всего лишь пару миллиончиков долларов за душой. По тем меркам и First Blood уже тем временем сделали на Бэйне. Попался, который кусался. Ну, короче... Суть в том, что с одной стороны ты либо богатый, но шут гороховый, а с другой стороны ты серьезный, уважаемый, но бедный. И какой вариант лучше? Это решать каждому самому. Но я комментатор Рухаба. Да, антимага. Самое главное, ты скрыл, ты бедный, уважаемый или все-таки тот самый, который нечестным путем зарабатывает деньги. Но, это вопрос философский даже уже. Я думаю, в чате быстро определят у нас. Да, и цифры зарплаты, да, и твою честность. Так, и тут уже Мипошка, кстати, Нага Сирена для него, оказывается. Да, я как-то почему-то опять не обратил внимания, что именно здесь Нага и Гостик. Гостик решил сегодня быть звездой этого матча. Вторая Best of 2, думаю, будет с ним в центре внимания. Теперь он будет Паджик. И причем это Паджик, видимо, все-таки саппорт. Ну, или хардлиния. Ну, суть по его поведению, все-таки хардлиния. Я так понимаю, он сейчас крипчиков будет опять под тавр отводить. Ну, а может просто пойти с ними пообщаться где-нибудь в более уединенном месте. А пока по другим линиям мы видим Магнуса. И Магнуса взял себе Йоку. Опять он решил себе медовика выбрать. Нефрит против него на Зевсе. А на нижней линии Мипошка, ну, видимо, все же саппорт. И Кэрри антимаг достался Фену. И про тут, пока я все это представляла, Нага успела погибнуть. Нейф, наверное, не выживет. Блаз закидывается. И по тычечке скинулись. Еще по тычечке. И последний здесь оказался в их списке именно Блэк Архангел. Ну, это очень жесткая линия, у Пугна довольно много атаки. Три интовика, это значит, что маны у них будет предостаточно. Если они будут много убивать врагов, у них быстро появятся аркантапки или даже двое аркантапок, и мана будет бесконечна, они просто закидают нюками. Еще и чиллинг тач,
Ну, тут все очень круто. А Пугна под Декрепифаем, Макшином, под Эншент Силом будет наносить колоссальный урон. Любому герою, даже антимаг не выдержит. Ну, антимаг это мы еще посмотрим, но вот эти изменения, которые сейчас были предоставлены в качестве новых бонусов за основную свою характеристику, они, ну, мне кажется, еще сильнее по антимагу ударили. То есть силачи, которые стали обретать дополнительный магрезист, они стали на коне, а антимаг, ну что, есть у него этот магрезист, вроде как и хороший, а вроде как и никуда не растет. И как был он кэрри, который перестал быть востребованным, потому что у него есть потолок в его развитии, в фарме, в количестве дэмэджа, который он может внести, и все. И, по сути, он в какой-то момент может стать бесполезен. И тут FN фокусит во всю Ancient Operation, но вот много экшена, много тут каких-то разменов, тычек, но при этом до фрагов дело не доходит. Но уже 3 убийства сделала команда Saint Squad, пока еще не открывали свой счет имперцы. Закрыт все еще, до сих пор. Паджик на сложной линии против Спирит Брейкера. Вот это лайн. Вот это я понимаю. У них на двоих уже почти 2000 хп. 1600, 1700. Посчитай еще среднеарифметическое, пока мы разговариваем. У кого сколько в среднем хп, значит, как в среднем считать. Вот, не знаю, количество денег, которые зарабатывают и прочие вещи, что все время статистикой указывается среднее число, а это указывается нечестно. И в итоге там у Нейва, допустим, хп 600, а у Пуджа уже по 1000. А в среднем у них по 700 получается. Так, Варан. Значит, Парейшина выходит, но сам он при этом получил гораздо больше. Как же больно, голубь залетел, еще одного надо закинуть. Ну и так, справились, там тысячка тоже болезненная залетела. И Мепошка тоже застрял, за Блуди получили, и это 2 фрага. 5-0. Аргентина, Ямайка. Империя. Что с Империей? Римпал? Ну, Империя, что? Им очень тяжело. На верхней линии Спирит Брейкер. Он толще, чем Пудж. А Пудж не любит героев, которые толще его. Кстати, сейчас он может погибнуть. Смотрим. Видим антимага. Смотрим за хуком Гостика, божественным. Ну, пока еще ни одного хука не видела. Есть разгончик. Еще и башк выпал. Ну, Гостик хорошо получил по лицу. И теперь будет, видимо, издалека дистанционный бой вести, хотя можно поддынайться как-нибудь поудачнее, чтобы еще и навонять на оппонента. Ну, Массакр тут со сбитой плаской оказался, маны 0, монобрейк все-таки у антимага хорошо поработал. И как же прокуют Баши? Да. Баши прокуют чуть ли не на каждый третий удар. Апарейшн вытягивает, Пудж, много урона и должны забирать. Пудж выживает, Апарейшн погибает. Плюс один. Ну вот плюс и размочили наконец-то это безумие. Одним фрагом. И все это время самая спокойная линия — это мид. Тут просто парни фармят, ни о чем не заботятся, крипстаты одинаковые примерно, ну и они там, один откидывается шоквейвом, другой первой своей молнией, и все. Никаких там приключений тебе. А вот Блэк Архангел сейчас может пострадать. Массакр на его защиту вступился со своими хп. И все-таки не спас саппорта, еще и сам подстрелил сейчас. Хотел как лучше, получилось как всегда. Может, сейчас еще улететь сможет. Улетел все же. У него 1000 хп. Он смог улететь, действительно. Ну, игра очень опасная для Дайр. Если они отпустят антимага, то у антимага будет здесь слишком много целей для мановоида. У всех сейчас героев много маны, у винтовиков. Особенно у Пугны. Пугна — это вообще цель номер один. Пугна, которая без маны получает мановоид, убивает всю собственную команду взрывом. И ситуация, когда антимаг нафармит, она здесь вполне реальна, потому что даже без БФа существует Магнус, который способен дать им пауэр и немножечко помочь. Удачный мановейт может всю команду разнести, кроме Братрума, разумеется. С ним уже разговор отдельный. И Братрума тоже. Братрум тоже не уйдет. Как тут минус Магнус реген. На тоненького отбивается. Нефрит как-то забайтился не в ту сторону, не туда воюет. Сейчас, кажется, за это и погибнет. Хотя на лоу-граунд его отталкивает Магнус. Неудачно получилось, но Мепошка милостиво помог своим прилетом. Я думаю, что Магнус как раз все так хотел сделать, чтобы на Верочку, ведь Зевс оттуда никуда не убежит, он вынужден будет получить хотя бы один орех от вышки. Круто сыграл, хотя оказалось, что погибнет. Зевс переагрессировал. Ну все, это должно быть легчайшее для Империи. Вот они уже не задавили. Ну, видишь, здесь, может, он просто случайно получился, потом такой, типа, я так и хотел. Тут пока еще Нефрит со своим ультимейтом показался, который только-только вкачал. И это еще и оказался минус саппорт команды Империи. 3-7 счет. Ты в кого там обулся, забыл, в Империю сказал, да? Что уже не задавили? Я только что, да. Я уже не верю, что не задавит Империю. Я думаю, что антимаг нафармит и будет щелкать такие мановоиды, что даже нам будет больно.
Нам больно. Мне уже больно заранее. Хотя, вот, например, у Магнуса есть хаста, но получил он Ancient Seal. Хотелось бы попасть хотя бы голубым случайным, но уже нет Ancient Seal, нету ослабления маг-резиста. И бежит этот Магнотавр сейчас непонятно куда. Сейчас его Сейлор перехватит, нужен Декрепифай. Есть, и Бласт. Мимо, еще и Лайф Дрейн, и опять у него хватает ХП, чтобы все это пережить. Еще и пофармил по пути чуть-чуть, ну попытался, по крайней мере. А вот и хаста закончилась, суперсила закончилась. Ты летишь на ТП, он мог все это время сделать телепорт, он не хочет этого делать. Телепорт для слабаков. Зато он спейс выигрывает для антимага сейчас. Сколько там антимаг нафармил за это время? Ну, крипа 3 точно убил, я думаю, так что... Да поболее. Поболее? Ну вот видишь, сколько спейса получилось. И 3000 золота при этом он сейчас заработал. Магнус топовый нетворс, поэтому денег за свою смерть отдал немало. 300 золота, причем большая часть перепала Skyward Mage, который опять начинает по-глубинному собираться через тринун талисмана. Ну, уже собрался, точнее. Варан, ФН. Ну, ФН тут много получил только с одного прокаста от Сейлора, который даже толком и не начинался. Еще и Блад залетает, Нейв. Ну, Нейву тут больнее всего. У него ни левела, ни дэмэджа с руки, ни презентабельного внешнего вида, как у героя. И поэтому он страдает. Да, Нейв на суппортах у нас рассекает. Его даже не подождали, когда нажимали Шрайн. Просто ты не нужен, говорят. Ему почти хватило, чтобы зарегениться полностью. Ну, давят пока. Ну, просто пока давят. Ну, снесут вышки. Но вышки дают очень мало. Антимаг к этому моменту купит ПТ-шечку. Потом Магнус даст антимагу Empower. Вот ловит Пугна, например. Шестого левела нет. Мановоида не будет. Но! Хватает и без мановоида. Зарезал. Все, вот и шестой левел. Вот и ПТ-шка. Не за горами. Ну, и Магнус с топ-нетворсом. Там еще и Гостик погибает. Как-то здесь Пуч пока не показывается в игре, но такова судьба хардлейнера. По-тихому страдать, никому не жаловаться на это. И потом вкушай плоды того спейса, который он создал. Тут такая заруба жестокая сейчас между Архангелом и Нейвом. И кажется, Нейв побеждает. У него, правда, сейчас закончился дэмэдж, а зато подходит Мипошка и помогает. Даже тычечки ни единой не сделал, просто сетку закинул. И Нейв чуть было не лопнул, но тут Лайф Дрейн эту проблему решает. Вышел из-под рейнджа каста Бласта. И... Мипошка решил повторить подвиг Магнуса по той же дорожке, но против Зевса тяжеловато. А как Зевс будет наваливать свои молнии под Декрепифаем Ancient Seal? Сейчас он навалит ему. Да, это фраг, это даблкил для Нефрита. И Зевс появляется не так часто сейчас на просцене, но все же интовик, сейчас все интовики, мне кажется, должны ну чуть-чуть чаще о себе заявлять, по крайней мере, в доте. И... Посмотрим, как это отразится на ближайших ланнах. К тому моменту, я думаю, тир-1 коллективы подготовятся и что-то с этого патча выжмут. Там еще и следующий будет не за горами. Гостик. Разгончик по нему. Бласт. Это бесславная смерть. Ты там живой? Ну, так вот у нас будет. Я потерял интерес. Я, может, тебя загнобила? Там, я не знаю, что... Ну, во-первых, да. Во-первых, да. Публично приношу извинения. Мейлшторм от старости стал еще чуть-чуть более обидчив. И поэтому сейчас... Это опять звучит как еще худшее гнобление. То есть теперь я еще... Ну, а я женщина, слушай, ну я априори уже все. Что ты хочешь? Надо же как-то отыгрываться. Да, тогда ладно. Ну все, теперь все нормально. 100-0 в мою пользу. В таком случае ты можешь отыгрываться по полной. Хотя... Конечно, да. Ладно. Может быть, я пожалею об этих словах. Ничего страшного, я человек не самый злопамятный. Пока Гостика опять начинает фокусить, молнии его разбивают, и Нейв... Нейв получает голубя в лицо, еще и Башка опять прокнул. Ну, а Башке тут действительно, мне кажется, массакр проплатил. Это явно не заявленные 17%. Ну, у него очень много. У него каждый четвертый удар. А каждый четвертый удар — это 25%. 25% — это больше, чем 17%. На 8. На 8%. 8% это тоже цифра солидная, я тебе скажу. Вообще да. 8 это почти как бесконечность. Просто немного не в той ориентации, в вертикальной. Вот они постоянно и прокают, видимо, из-за этого. Мипошка ловят спиритбрейкера. Спиритбрейкера в сетке кладут в сон, спиритбрейкера вытягивают хуком, спиритбрейкер еще и чуть не убежал отсюда, спиритбрейкер, а вот Нага не убежит. Очень много урона.
Engine Seal первый? Ой-ой-ой, разорвали его на куски, на части, не оставили мокрого места, его труп впитался в землю, а его памяти никто не сохранил. И 3000 преимущества за силами тьмы. Ну, чуть-чуть поддушивают. Не знаю, что по поводу переобувки здесь. Может, ты потерял интерес настолько, что даже босым сидишь. Нет, я считаю, какое будет снижение магического сопротивления. 75 от Operation и Skyros Mage, и еще 60. 135% увеличения магического урона. Думал, Магнус, что выжил. Нет. Судьба его настигла. Ну, слишком много дебафов. Ультимейт не так больно бьет, ведь ультимейт Зевс на первом уровне. Антимаг, ультуй! Ой-ой-ой-ой-ой. Это было больно. Хорошо, что тиммейты успели отойти. Ультимейт все еще первый, но даже на первом уровне он теперь бьет посильнее. К тому же, Войд залетел в астрал. Микроблинк пытался сделать, и Фэн не вышло из этого ничего хорошего. Все равно подстрял под ультимейт Operation. Благо, он практически сам дэмэджа по себе не наносит серьезного, поэтому умереть от него при таком количестве хп трудно. И первое место по нетворсу у антимага, при этом не имеет еще Battle Fury. Хотя тайминги тут еще вполне в его пользу говорят. Ой-ой-ой, как много дэмэджа по магии. Там еще последний голубь залетает, все равно хватает ему резиста все это дело пережить. Все-таки Spell Shield уже на двоечку вкачанный, Архангел погибает. И при этом тут уже не избавиться от этой птицы. Массакр еще до последнего решил бежать за ним прямо на фонтан. И что ж, лицом встречает своего противника и поговорил с ним по душам, завершив все дело в свою пользу. Может быть, самое время все-таки переобуться. Массакр на фонтан бежит, Курага. Но он проделывает тот же путь, что проделал уже Нага Сирена, Магнус. Ой, как тут Магнус стукнулся, это неприятно. Не получилось, слушай, он ведь уйдет. Тут еще и орехи. Ну, я не знаю, сколько ему выстрелов летит. Его сейчас убьет. Я гуманитарий, я не могу посчитать. Ну, вроде 4 было, там 5, даже до этого 7. Впитал он все. Выжил. Да, выжил. Ну, а там все-таки все же есть реген какой-никакой от доминатора. И он, видимо, пригенился, пока бежал. Это было самое красивое забегание. Но больше всего мне понравился Магнус, который свято верил в то, что его скьюер сработает против разгона спиритбрейкера. Вот что значит редко появляется спиритбрейкер в профессиональных играх. А мы тестили в закрытом лобби очень много раз всякие такие комбинации. Спиритбрейкер перебивает, ну, практически все. Я думаю, спиритбрейкера перебьет только Пангольер, потому что Пангольер сам неуязвим в этот момент. Хотя, с другой стороны... Нет, Пангольер, наверное, все-таки перебьет. Но это надо потестить. Потому что и спиритбрейкер станет. Так, нашли Пуджа. Повесили все дебафы, и он лопнул за один бласт. Я хочу посмотреть сводку смерти. Я смотрю сводку смерти и вижу, что бласт нанес 619 магического урона. При том, что должен был нанести 347. Это без учета резистов. Ну, варан. Вот, твои посчитанные проценты работают. Варан Сайленс словил. Прям, у меня такое ощущение, что навстречу ему пошел, был готов принять свою судьбу лицом к лицу. И закончилось для него это в минус Мипошка. Ой, Мипошка тут тоже так-то сильно продамажился. А успеет ли его забрать? Нет, Массакр просто из сетки не вышел. А здесь Снейф не примерз. Тем самым спас свою шкурку сейчас. Гостик. Нейф еще ловит. В этот раз уже Энзин Сил немного чуть-чуть потяжелее стало. И отхиливается с брейнсапа все равно. А вот Магнус, видимо, тут уже с концами приехал. Хотя там достаточно жирно, чтобы впитывать. Еще и в ответку там, видимо, с чем-то пойти. Погибает тем временем опять гостик. И опять разгон. О, господи. Что делает Магнус? У него конвульсии какие-то. Он просто не может ничего сделать. Смотри, нам она пул-пугная. Какая сладкая эта цель. Но есть одна проблема. Для того, чтобы использовать мановоид и убить Пугну, нужно выжечь ей всю ману. А если у нее все хорошо, она будет постоянно лайфдрейном восполнять себе этот запас. Будет очень тяжело. Антимагу нужна как минимум манта. Но у него только БФ. И то его еще нет. Еще не скоро будет, потому что там денежек еще нужно как минимум. Около 600 золота. Времени прошло много, а вот как я смотрела на него минуты две назад, золото не прибавилось. Ну, он тут активный антимаг. Видишь, 4 убийства есть, хоть и 3 смерти, но 4 убийств это не перекрывает. Он гордость, он не АФК-фармер. И там еще вот больше мне жалко все время вот именно Бейна и Гостика. Они все время лопаются от каждого нападения, буквально там скинулись по тычечке, по скиллу, и они сразу минус идут.
Нейф. Вот сейчас начинается его фокус, есть уже тут и Дискорд, и Декрипифай, и опять, видишь, Бласт, там еще что-то сверху, и в итоге ты минус. И Массакр, правда, под базой оказался, в этот раз уже Форест не убежит, хотя бежит, правда, Мепошка песню останавливает его отступление, но еще есть разгон, он его не кастовал. Пук, а сейчас, может, разгон получится? Нет, не успел. Слишком быстро забрали, Пугна пыталась лайфдрайном помочь. Но это спиритбрекер, это как раз тот самый единственный танк, который и нужен здесь для того, чтобы танковать. Нага Сирена подходит к Пугне, что по ультимейтам. А Бэйн пятый на 18-й минуте! Ну я говорю, мне его жалко. Пугна взрывается с мановойда, очень много урона залетело. Ну знаешь, ну, зачем фармить Battle Fury, если можно просто приходить, поставить мановойд и уходить? Тут пока, 968 магического урона с мановойда. Вот это да, взрыв. Это жестко. Нефрит. Тапа вот пытался сделать, отменил, увидев хук, и побежал, бежит. Ему спид у него аж 354 против 362 у Магнуса. Сейчас еще на паровозе того... Нет, паровоз не скоро, только через 10 секунд. Зато разгон есть от Массакра, минус половина хп. Сразу же опять как-то не хватает немного вот этого снижения магрезиста, которого было раньше в изобилии. В итоге Зевс просто погибает из-за всего, и Массакр, видимо, такая же участь ожидает. Ну, это на шрайне все производилось. Априори была выгодная позиция для сил света. И они ею воспользовались. Имперцы, ну, что-то да отыграли. Тут трудно говорить о преимуществе, о каком-то происходящем. Ну, просто игра как игра. Без смысла, без цели и с веселыми персонажами. Бессмысленно и беспощадно. Как дворовый футбол, где в качестве ворот лестница. Лазилка, как ее называли. А с другой стороны, просто два ранца. Интересно, у тебя детство? Без перекладины. А то хотя бы палки, да, ставили, не лестницы. У нас не было палок. Да, настолько бедно. У нас не было даже палок. Мы жили так бедно, что у нас не было даже палок. Я тебе сочувствую. Надеюсь, что в твоей жизни изменилось, появились палки. Да, палок теперь. Да, все, теперь ворота можешь где угодно поставить. Ну, в общем, антимаг, возвращаясь к игре. Антимаг со вторым ультимейтом уже наносит 1000 урона Пугне с мановойда, у которой там еще был какой-то монопул. Был какое-то количество маны в ее монопуле. Но монопул Пугна будет расти с каждой минутой, с каждым уровнем. Он будет вырастать очень серьезно. Минус Operation. Нет, я все еще в ботинках Империи, и они все еще должны выигрывать эту игру. Пуч набирает силу, антимаг набирает фарм. У него уже Яша, он продолжает фармить. Но после появления манты это будет боль. Ну, интересно еще, что здесь будет. Пуч собирает тут. Я действительно истосковалась по Пуджу. Его прям тысячу лет не появлялось ни под каким соусом. Там, ну, одно время, ты сам знаешь, он был на миде. Иногда хоть саппортом после этого залетал, а теперь уже совсем канул в небытие. И, если честно, появление Арканы даже его в папочках не оживило. Нейв. Песня от Мепошки. Тэп-аут. И все. Просто ушли по-английски. Из-под фокуса. Да, уходят отсюда. Антимаг продолжает тем временем фармить. И аппарата... Да, аппарата так пробить тяжеловато. Но забирает все равно. Плюс золото. Уходит его. Возможно, минус антимаг. Ну, два саленса ему сверху повесили. Ничего не жалеет для дорогого гостя. И Фэн погибает. 20 минут почти кануло уже в небытие, и антимаг, видишь, на топ по нетворцу выбрался, и причем действительно с появлением БФчика стал очень бодренько фармить. У него уже и Яша, которую ты заметил минуту назад, у него еще и 1000 золота сверху, может себе позволить более богатую жизнь. Там, ну, манта все-таки появится, что дальше там можешь собирать? Сразу, может, башер делать? Хотя БКБшка здесь не помешала бы при таком. Ну, я думаю, да, здесь и БКБ неплохо зайдет. Нужен нулифайр, как мне кажется. Ну, конечно, нулифайр делать каким третьим слотом будет рановато. Можно попробовать выйти в Тараску. Можно попробовать в Башер. Ну нет, ну Башер, ну не то. Он сейчас не дает урона. Он очень слаб на... Он хорош на каких-то танках. Он очень слаб на вот таких вот агильщиках. Все-таки они предпочитают нулифайр. Бабочку, может быть... Нет, бабочку, наверное, совсем здесь... такое себе. Я думаю, что БКБ или Тараску.
Ну, Тараска, думаю, ты загнул, но на БКБ, может, игра закончится уже, потому что Монта еще там наполовину не появилась, гостик ловит замедление, при этом опять лопнул нейф, но у него хотя бы шестой уровень появился, кстати, поэтому у него есть шанс ультимейт когда-нибудь запустовать, нечто парейшн, ультимейт отлично залетает, как же много дэмэджа по гостику, и сейчас там еще увезли Архангела, Архангел минус, 2 на 2 размен, Нефритс уберет ли с собой Мипошку, но там, правда, еще очень сильно рассыпается Магнус, это минус Магнус, от которого тоже там с полярис не сходится картина, и это еще и также Мипошка, наверное. Один только антимаг, последний герой, уже топ-линию протолкнул. Но это типичное, на самом деле, поведение антимага, тут к нему не прикопаешься. Вся команда физит, а ты там где-то сплит пушишь. Хочу Fight Recap посмотреть, но Fight Recap не хочет показываться. Да, я думала, что я уже проспала. Нет, ты меня обнадежил. Его все еще не было. Да. Ну ладно, тогда будем вместе ждать. Вообще нет, до сих пор. Где этот Fight Recap, почему пропустили его. Очень странно. Тут все-таки не защитили свою эту тривышку имперцы. И сейчас можно пойти сразу же на хайграунд. Да, подожди, на хайграунд, на шрайн. Правда, при этом варана поймали. ФН. Варан. Да. Варан-то на самом деле это такая огромная ящерица, действительно массивная, и отличается очень-очень толстой шкурой. А здесь как-то шкурка оказалась как будто от помидора. Прям рассыпает. Ну, здесь очень жестко его пробивают. Слишком много маг урона. Ancient Seal 3 уже близится к своей финальной форме. Operation 4 воронка, и Decrepify тоже 4. Минус бараки. Неужели? Неужели Империя? Нет, я не могу в это поверить. Антимаг не может проиграть эту игру. Неужели антимаг настолько плох, что даже против Кугна он не может ничего сделать? Гостик опять минус развалился. Ну, ты видишь, вот это не просто 1700 хп, это просто куча мяса, которое периодически ходит, поджаривается, радует своим запахом оппонентов. Зевс убьет сейчас. Ульт. А, не убил Наива. Мог убить. Пожалел. Не стал тратить. Ну и сейчас Нимбус еще появится, это еще дополнительная молния. Все, минус нижняя сторона. Антимагу нужно еще, нужно дофармить манту и фармить свою БКБ. Зачем он ввязался в эту драку? Что он вообще там хотел сделать? Он мог вообще не вылезать с верхней линии, снести Т2 вышку. Я думаю, что ему бы никто не помешал, потому что слишком были заняты противники с носом хайграунда. Но они справились со своей задачей. Здесь минус сторона. Есть время заняться Рошаном. Есть, хотя на него все вообще забили в обе игры, по-моему. Есть еще возможность пойти там и шрайны побить, деньги заработать. И вроде как ты прав. Антимаг должен выиграть все, но пока он летает и погибает от кучи сайленсов, которые его обкладывают. Ну, тут хотя бы манта сейчас появилась, это шанс снять с себя что-то. Но желательно все-таки, учитывая количество сайленса, сверху присовокупить БКБ. Смотри, что купил Магнус. Я 1000 лет не видел. Я так давно не видел Аганим на Магнусе, что, наверное, последние пару месяцев все еще считал, что он дает сплэш. Хотя помню, что уже видел, как он дает вот эту вот волну. Но это самый, наверное, необычный. Один из самых необычных аганимов, которые никогда не покупают в играх, которые что-то значат. Но в этой игре он неплохо может помочь. Да. Ультимейт СФ на минималках. Я его видела и первый последний раз на демке, которую показывали. Реально, реально, кстати, похоже. Если сделать такое еще анимацию Койла. Нет, ну, он почти в одиночку за счет одной волны убивает пачку крипов. Ну, это достижение, что-то. Да. Тут ФН, правда, опять попался. Еще и Нимбус сверху. Много магического урона. Вот и тебе весь пилшилд. Еще там где-то умудрился Мипошку подстрять. Это минус. И там еще увозят далеко-далеко. Значит, парейшн. Но аппарат остается не в обиде, откидывается в вортекс. А тут Финсгрип появляется от Нейва. Первый, по-моему, в этой игре. И просто был парень и нет парня. Да, Гондрис, 16 магического урона. Ты все это чекаешь, журнал сражения? Ультимейт 248, ультимейт Зевса 248. Должен носить 349, но у антимага 4-й спелл шилд. Вот это там, конечно, боль. Они с таким запасом даже антимага убивают. Я не представляю, как против этого пика можно играть. Вот Магнус. Шоквейвом своим спамит. Все, а если бы не купил Аганим? Да, не спамил бы. Это как купил новую вещь и хочешь максимально ее показать, чтобы все остальные видели и, возможно, позавидовали. Здесь та же самая ситуация. У Магнуса причем 15 уровень, и он еще и апнул дэмэдж у Шоквейва. И поэтому совсем уже шикует. Может, с базы фармить лес, да? С таким рейнджем. Ну, а пока смоук и, видимо, ожидание новой жертвы, которая наивно выйдет в лес пофармить. И, кстати, такая жертва сейчас может найтись, потому что и гостик выбрался, и нейф здесь оказывается. И сейчас прямо к ним в руки. Что, ты адепт этой части лагеря, да? Наивно.
Наив. Но. Ну, я пытаюсь не играть на его никнейме, ты здесь сам первый это сказал. Но дело закончилось тем, что все-таки дождались своего Saints Squad. И сейчас, кажется, дело закончится в их пользу, потому что они сделали легкий минус 3 и могут зайти по миду. Там все-таки Пугна не отменяется, она очень хороший пушер, и с ее бластами можно, по сути, плевать на то, что там творит антимаг, и заняться своими делами. Но антимаг с БКБшкой еще вернется, закомбэчит и выиграет игру Империи, и станет первой позиции для Империи и кэрри новоизбранный все-таки осядет на какой-нибудь другой. Байт на антимага. Ну, что-то как-то, да, здесь бездарно. Очень неплохо сыграно. Нет, реально круто, Мипошка поймал, антимаг мог здесь затерпеть, но из-за того, что Мипошка был рядом, это фраг, и добирается до БКБ. Идут в атаку, но Мипошка в позиции, Мипошке нужно срочно, ой, ему ставят нимбус, он не успеет дать сон. Ну вот и позиция. Ну хотя бы, он прикрыл антимагу, он хорошо стоял, да, позиция была нормальная, он мог ультимейт поражать, но главная цель была защитить антимага. Мипошка никому не нужен в этой игре. Со своим метеорхаммером, он просто суппорт. Как антимаг бы, вот если бы это был 2008 и Гарена, то антимаг бы сейчас написал дословно следующее. Тима дно, Пугна гоу на руне 1-1. И показал бы класс. И Пугна бы пришла, да? Да. Во-первых, не пришла, а пришел. Извини. А во-вторых, да. Но только, как правило... На такие стрелки по одному не ходили. Всегда тиммейт сидел где-то рядом. И если Пугна начал бы проигрывать, то тут же вылетел бы Зевс, Спиритбрейкер. Ну, а возможно, Спиритбрейкер вообще играл без чата. Мипошка, которого ты бесполезным назвал, я бы уже впала в глубокую депрессию. Тут еще и Магнус, правда, тоже оказался бесполезен в данной ситуации. Не, Магнус как раз полезен. Он должен отпушивать линии своим шоквейвом, но он погиб. Да, героически погиб при исполнении долга. Должен быть представлен к награде, но пока только штраф за смерть в 319 золота. Здесь Скади. Много потерял. Скади будет делать антимаг. Вот ответ на наш вопрос. Был бы он силачом, было бы приобретение Тараски более логичным, магрезист и прочее, хотя здесь эти пару процентов вообще бы ничего не дали при таком раскладе. Мипошка опять ловит ультимейт от Массакра, может споет для себя песню. Не успел. Он пытался там скастовать для себя Mirror Image, и получилось как-то не очень. Тут еще есть Nightmare, ВК Архангел, и через мотоставл тут неплохо пробивается. Вот тебе и БКБшечка, сразу минус. Правда, Манавод использован был в одного персонажа, рядом никто не стоял, Нейв погибает, Варан продолжает драться, FN внезапно покидает поле битвы. Это нет, он сейчас будет возвращаться. Магнус с РП рядышком, и у него есть блинк. Может, Сейлора. Прыгать в Сейлора. Ну почему не РП? Почему? Зачем так жадничать? Ну я это думаю, что он все равно успел отпрыгнуть, там РП все-таки какой-то долю секунды каста имеет. Оно не мгновенно касится. И Массакр погибает зато в размен. Мелочь приятных, все-таки чего-то додобились. И тут еще Ancient Parishion оказывается в такой ситуации. И антимагу вот здесь, в данной ситуации, осталось просто выбрать цель, потому что у него есть мотостайл, любой из себя Сайлен снимет и уйдет победителем из драки, но он предпочитает просто скромно побить пачечку крипов и на этом закончить, потому что сейчас на нижней линии уже сгрызли все тазики, какие только можно, и потихоньку подбираются к Т4 вышке крипы. Империя должна выиграть эту игру. Все, вот теперь я опять в них поверил. 18 тысяч, антимаг, но он не может проиграть Пугне. Ну, это вообще будет... Это будет слишком для меня. Да, придется тогда уже отречься вообще когда-либо во что-либо обуваться. Нет, я думаю, что... Пройдет буквально пару дней, и все забудут. К тому же, это всегда можно сослаться на то, что эта игра ничего не решала, и антимаг просто зарофлил. А на самом деле он бы всех здесь порезал. 2000, не так много. 19 на 41, но всего 2000 преимущества. Вот она какая дота. Странная игра. Зато 29 минут у антимага очень хороший Затару. Вот так вот, если чисто по-человечески смотреть, не рассматривая все через призму того, что матч ничего не решает, у антимага хорошие слоты. У него есть еще БКБ 9 секунд, шикарный. Один раз только прожал. Вот сейчас, наверное, самое время начать его прожимать. Успеет ли? Просто его разнесли. Этот ваш, этот ультимейт. Ну нет, ну как? Почему? Почему он умер? Он купил башер! А я говорила, что он купит башер. Я, правда, от безысходности это сказала, но он... Нет, ну типа с Эбисалом прыгать, выжигать ману неплохо, но сам факт, что он вообще что-то купил, у него теперь нет байбека и минуту без него.
Это минус вторая сторона, может быть. Нужно как-то очень круто дефиться. Смотрим. Гостик, вся надежда на тебя. 14 силы имеется. Ну и действительно, наверное, стоит людям сказать, что не спешите гнобить империю. Это действительно матч, который ничего не решает. Они согласились исключительно ради вас поиграть. Гостик погибает, и тут еще разносит мне пошку. Как же быстро он теряет хп, и сейчас уже не успеет опасно добежать. Наверное, этот голубь его должен пристрелить. Да, добивает. И Нейв остался в этот раз жив. Мне пошка тут же выкупается, но еще 36 секунд не будет полегшего на этих энчентах антимага. Некому бороться, некому воевать. Остался один Магнус с РП, кстати. Может, настал выход РП по пятерым? Нет, ну нужно ждать антимага. Без мановойда здесь нечего делать. Мановойд впугнул, ну, все отступает. Ну это было последнее предупреждение. Антимаг покупает две книги. В них написано, что фидить нельзя и умирать без байбека тоже. Нужно делать все максимально четко. Играть аккуратно. Седай две книги, получает только 24 уровень. Я думаю, тут будет не Spell Shield, тут будет Mana Void. Потому что ему не поможет, эти 25% они ничего не решат. Он все равно будет складываться от магического урона. Это та игра, где бесполезно накупать маг-резист. Слишком много дебафов, весь маг-резист уходит в минус. А он слишком тонкий. По нему там разгончик до сих пор, сейчас ворвется. Причем с очень удобной стороны для себя Spirit Breaker, и это может закончиться действительно не очень хорошо. А хотя нет, отменил разгон. Там можно было еще Blast след закинуть, и веря в удачу Spirit Breaker, у которого баш каждый удар, я думаю, что он бы там всех развалил. И Skyward Mage пугно сейчас Хекс себе собирает, вот это может сильно ударить по антимагу в особенности, потому что контроля становится больше, чем время, которое он может простоять в БКБ, чем мотостайл, вообще, чем возможность очистить себя от всего вот этого непотребства, которым его обвешивают. Сейчас может быть опасная ситуация, Spirit Breaker бежит, он с Silver Edge'ем. Это еще одна причина, кстати говоря, не брать талант с ДД. Да, если он возьмет талант, то этот талант будет отключаться сильвером. Но в таком случае антимаг вообще слишком простая цель. Ой, гостик, ну как же тут он развалился сейлора. Сейчас можно попытаться. Вот мана. Нет! Жми БКБ. Ну все, это конечное. Все. Spirit Breaker его уничтожает. Сбили Spirit Breaker. Сон. Как все криво. Варан, заканчивается БКБ. Нужно уходить. Нужен мана войд на миллион. Но его нет. Нейф. Посмеялся над собой. Своими оппонентами. Нейв посмеялся, потому что с Дагона ему залетело 980 урона, и это практически все его ХП. То есть его ваншотнуло Дагоном. Антимага ловит! Нет! Помогите, Найтмар, Слип, что-нибудь. Женщин, детей, собак не трогайте, антимага. 33 минуты. Антимаг очень хорошо затаренный, но БКБшки оказывается мало. Тут хоть маг-резист бери, хоть мана-войд, который все равно даже не нажимается. Ну, просто не дают ему возможности. Действительно, контроля много, 9 секунд БКБ не хватило. Теперь еще где-то 8 секунд будет. И падает уже под натиском бласта. Одна Т4 вышка, вторая сейчас тоже развалится. И божечки-кошечки, как же много тут всего для пуша. Как уху полетел на пол хп, так-то аппарат залетел, и аппарат сразу же в минус полетел. Массакра тоже можно попытаться под фонтаном забрать, но он оказывается крепче, чем вся команда Империи. Но все равно погибает героически, при этом голый трон остается. А дефили нормально, это не голый трон, это еще две вышки сверху остается. Ну, сейчас и 4250 хп крепости сил света с 18 армора, плевать который... На который плевать хотела Пугна. Но все равно. Действительно, Пугна, она, если бы не она, если бы был бы здесь любой другой прокастер, то уже, я думаю, проигрывали бы действительно сейчас Saints Squad. Но здесь этот пуш, очень-очень активный пуш, постоянно убийство, пуш, он просто не оставляет мокрого места от хайграунда Империи. Не все потеряно, здесь есть еще целая статуя Гостика. Я не могу понять, что там за герой, но статуя красивая вроде как со стороны. Есть еще два... бессмысленных строения, ну, я их тазиками называю, там, каждый в меру своей испорченности их обзывает, там еще целая сторона, есть за что побороться. Непонятно, что это за статуи, как не выделить, но похоже на фантомку. Ты пытаешься все выяснить, да? Да.
Это единственный вопрос, который меня интересует в этой игре. По-моему, да, фантомка, я вижу какой-то там хвостик сверху. Но не могу точно сказать, надо рассмотреть поближе. Там, правда, тем временем драка с другой стороны, и начинается борьба, не знаю за что там, я что-то писаю. Лучше лет катапульту, это не драка, он просто сожрал катапульту. Ну ничего, есть хочется, ты не ты, когда голден. И Нейв погибает от ультимейта массакра. Но здесь, мне кажется, Бейна уже все что угодно убьет. Так, антимаг видит, у него Эбисал. Он разбивает Эбисал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. БКБшечку нажал. Ну, это не та цель. Почему спиритбрекер? Это самый прочный герой. У него 2700 хп. Почему? У него 900 маны. Ну и, кстати, эти 2700 хп как-то не сказать, что активно пробивались. Прям очень-очень туго шло. И, по сути, фокусил его секунд 5, даже, наверное, 10, учитывая то, что он там еще и все БКБ простоял. И по итогу снес ему только 3 хп за это время. Ну, потому что это не тот герой. Вот Пугна — это тот герой. 3270 маны. Давай посчитаем. Если 1,1 за единицу маны, то это больше 3270 урона. Посчитал. Господин Варан! Вот его ваншотнули тоже аганимом. Что он, что Бейн, все заканчивают одинаково эту жизнь. Байбек тут же есть. ФН в этой игре больше не появится, скорее всего. Ну, вы полюбовались на него последний раз. Будем надеяться, что вас удовлетворил его вид. Тут куки летают. Архангел начинает сразу ближе к делу. Фрокси трон. Вот она, комбинация. Сейчас Метеор Хаммер залетит. И РП. Но кто-то успел блинкануться, это был Зевс. Пугна выживает, сейчас пойдет лайфдрейн. Все еще жива Пугна, жив Пугна. Пугна погибает. Остается Магнус. Поправлятор. Пугна, мужик. 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 Это мне тоже вчера писали. Да, мне тоже писали уже. Вот такой, ну просто Пугна, это мужик. Тот момент, когда мозги работают быстрее, чем разум твой, когда ты видишь женское окончание, говоришь она, и все, и... Пиши пропало. Ну, работяги счастья, никогда бы так не ошиблись. Мужское окончание. Пугна. Я бы с тобой поспорила, но не буду, мне лень. Магнус. Это как Валентино. Валентино? Да. А, победа Saints Squad, эта победа далась им непросто. Поражение Империи, я думаю, тоже далось непросто. Возможно, они что они сделали? Порефлексировали. А, порефлексировали. Да, со своего поражения. Сделали выводы, перестроили план игры на следующий раз. И... На следующую квалификацию. Например, послезавтра, вне зависимости от того, что будет происходить в квалификации другого мейджора, ESL One Birmingham, им играть с победителем пары SFT Fly to Moon. Поэтому надо собираться. Это будет последний шанс. То есть у Империи еще есть шанс отобраться на мейджор. Это, например, у Веги уже все. Для них остается только подготовка к открытым квалификациям, к турниру под названием квалификация Интернешнл. А Империя что, лучше, что ли? А, Империя может еще пройти на мейджор. Они могут еще... Ну, то есть им еще нужно доиграть эти квалы, и потом либо готовиться так же, как Вега, либо готовиться к мейджору. Так что пока лучше. Извини за тупой вопрос. Может, я сейчас поплавилась, но разве Вега после ростерлока что-то меняла? Я не уверен в этом. Только имперцы. Ну, там всякие гамбиты, эффекты тоже, если они соберутся вообще к... Там все, все почти, да, там кроме... Вот... Кроме Нави. Кроме Нави и Вега. Вега, по-моему, уже давным-давно поменялась. Все уже тысячи